нашем проекте были сверхобеспеченные люди. Были богатые, а были нереально богатые – миллионеры. Однако еще никогда мы не заплывали настолько далеко. Сегодня мы хотим расширить ваши представления о богатстве. Знакомьтесь, это наш новый герой. Я Игорь Рыбаков, предприниматель, венчурный инвестор, филантроп, миллиардер. Мне 46 лет, у меня прекрасная жена Катя, четверо детей. Ну и вот я здесь. Капитализация моих компаний – 1,5 миллиарда долларов. В этом году в рейтинге Forbes меня записали на 80 какое-то место, не помню. Не особо этим интересуюсь. Основной мой бизнес-актив – это компания «Технониколь». Здесь мы выпускаем кровельные и гидроизоляционные мембраны. Поставляем их в более чем 28 стран мира. Всего в компании «Технониколь» 55 заводов. Через пару лет будет более 60 заводов. Как-то так. Всегда интересно, как простой парень из Магнитогорска смог стать долларовым миллиардером. Рыбаков считает, что весь секрет в его уникальной личности. Вернее, в его уникальных личностях. Вы сейчас смотрите на экран и видите одного миллиардера. Ведь так вам кажется, верно? Спешим вас разочаровать. На самом деле их несколько. Игорь Рыбаков – это мультиличность. Сейчас я расскажу вам о своих трех героях. Первый герой – это хакер реальности. Второй герой – это lucky man. Третий герой – это коллекционер состояний. Четвертый герой – это, собственно, я сам, это самость. Когда надо принять какое-нибудь сложное решение или сделать сложный выбор, вот эти три моих героя выходят и начинают спорить. Ну, самость за ними наблюдает, и в зависимости, что хочет ощутить самость, она разрешает тому или иному герою право первой скрипки. Миллиардер Игорь Рыбаков не просто ведет особенный образ жизни, он ведет особенный образ метафизического существования. В то время как многие из нас не могут позволить себе ни одной полноценной личности, в Игоре Рыбакове их собралось сразу несколько. Теперь о каждой личности поподробнее. Во-первых, о хакере реальности. В общем, я не согласен на унылую серую будничность. И потому я сейчас пойду и разрушу все нахрен. Его часто посещают страхи, но он умеет хакнуть эти страхи. Почему он хакер? Потому что он прежде всего умеет хакнуть свои страхи. Благодаря хакеру Игорь без страха идет вперед к своим целям, увеличивает капитал, строит бизнесы. Один из таких проектов – создание суперсовременных офисных пространств под названием «СОК». Это специальные смарт-офисы, это самый современный тренд в мире. Концепция настолько популярная и настолько востребованная, что таких центров по Москве будет 15. С какой легкостью Игорь об этом говорит? Всего 15. А теперь умножьте 15 на стоимость объекта, и вы все поймете о масштабах нашего нового героя. Такое здание, где будет размещаться центр СОК, самый крупный в Москве, стоит 3 миллиарда. Следующая личность под именем Lucky Man больше всего любит заниматься благотворительностью. Так вот, несправедливо получается. Зарабатывает в основном хакер, а тратят все четверо. Мы тратим в год на филантропию 12 миллионов долларов. Мы хотим за эти деньги закрутить такой необыкновенный, огромный коллайдер, чтобы втянуть как можно больше людей в эту активность. Благотворительность и филантропия – это одна из наивысших форм кайфа, это одна из плоскостей социального творчества. Итак, Рыбаков фонд – это место, где собрались заговорщики, чтобы устроить мировую инновацию, чтобы стереть границы между теми, кто помогает и кому помогает. Социальное творчество, доступное каждому – это филантропия по Рыбакову. В Америке есть Рокфеллер, Ротшильд, России будет Рыбаков. Точка. И, наконец, последняя личность Игоря Рыбакова – коллекционер состояний. Но он очень похож на философа, ищущего и очень творческого человека, может перевоплотиться в любое состояние.
Может даже рыбой стать или там пришельцем космическим, рэпером. Ты выбираешь, как влиять. Ты такой же, как мы, научись летать. Если жажда в тебе живет, ощути на себе весь этот полет. Замужем за всеми нашими новыми знакомыми Екатерина Рыбакова. Екатерину не пугает многообразие личностей Игоря. Она знает, что семья у них одна на всех. Семья для него — это то, во имя чего он вообще совершает свои там подвиги. Я не знаю, секрет. Для меня ответ — позволить себе быть собой и ему позволить быть собой. Вот и секрет. Не пытаться переделывать друг друга. И четверо детей. Для меня он родной человек, самый близкий на свете. Мы очень хорошо друг друга понимаем, чувствуем. Это не значит, что у нас нет разногласий. Это значит, что мы к этим разногласиям относимся как к важной части нашей жизни. Но как относится Игорь к разногласиям среди собственных личностей? Оказывается, на участие в нашем проекте каждая из них смотрела по-своему. Первым взяла слово «хакер». Я сказал, вы что, охренели? Какой секретный миллионер? А потом выступили, соответственно, коллекционер состояния и Lucky Man. Вот коллекционер состояния говорит: вы чего, ребята, это же моя возможность там прожить заново там то, что никак по-другому не проживается. Lucky Man, он говорит, отлично, потому что он за любой кипиш. Два голоса против одного. Уверенное решение, что едем. Итак, голоса подсчитаны. Явка 300-процентная. И в жизни Игоря Рыбакова наступает период нового опыта и непривычных лишений. Поздравляем, вы стали героем популярного реалити-шоу «Секретный миллионер». На ближайшие дни он откажется от своего телефона, своих денег и всех своих связей. У него остался только кнопочный телефон, 1000 рублей и конверты экстренной помощи. В общении с людьми вы должны рассказывать заготовленную легенду. Вы участник нового проекта «Автостопом по России». Задача для героев этого шоу – отправиться в тур по России без денег. Съемочная группа сделает все, чтобы ему не мешать. Чтобы не отпугивать встречных людей, наши операторы снимают на дальнефокусные объективы. А в некоторых местах мы устанавливаем мини-камеры. Только один оператор всегда находится рядом. Кстати, вот он, Алексей. Но и еще раз. Оператор Алексей якобы снимает документальный влог автостопом по России для интернета. Только если никто не узнает секретного миллионера, он сможет выполнить свою главную задачу – найти людей, которым нужна помощь. Все понятно? Я считаю, очень справедливые правила, дающие возможность дать и коллекционеру состояние, так сказать, войти в новое состояние, и Lucky Man'у посерфировать, и, да и хакеру, в общем-то, хакнуть то, что встретится. Так что за работу, ребята, поехали. А вот и первый подарок коллекционеру состояний. Мы подготовили для миллиардера костюм и еще одну, совершенно новую личность. То ли дембель, то ли котик, то ли из тюряги, в общем. Короче, я не знаю пока, я кто. Давайте посмотрим. Вы работали на закрытом северном городе на подводной лодке. Несколько лет назад вы вышли на пенсию. Чтобы во время путешествия вам было весело, мы даем гитару. Бродячие артисты, что ли? Давайте посмотрим, куда мы летим. Йошкар-Ола. Слушайте, название такое, ну, крутое очень. По-моему, один город такой на букву «И». Помимо традиционных для нашего проекта конвертов экстренной помощи, мы подготовили специально для Игоря конверт под названием «Вызов». Игорь, вы достаточно узнаваемый человек. У нас есть идея, как остаться неузнанным. В аэропорту есть туалет с раковиной, и там можно сделать так, что вас никто не узнает. Надеемся, вы поняли нас. Так, я не понял, так что ли? Или так? Борода нашего героя слишком знаменита. Разве может такая успешная борода отправиться в Йошкар-Олу с каким-то отставным моряком? Конверт «Вызов» был очень интересный для меня. Лаки был доволен, потому что говорит: о, еще и все делают сами. Ну, как бы узор обстоятельств начинает складываться. Жалко мне мою бороду.
Борода смывается в раковину с чувством облегчения. Ей не придется сегодня добираться до Ёж-Каралы. Не, ну так прям настоящая десантура. Похож на Ваню Урганта, да, молодость. В принципе, я могу и так сбить. Чтобы уж совсем, чтобы коллекционер уже сказал. Вот так я уже, вот так я вообще. Вызов я тоже конвертнул, типа, о, кайфушечка пришла, то есть это какой-то, ну, интересность появилась. Правда, она потом быстро ушла, когда я никак не мог с аэропорта там въехать. Далее в программе. Хочу бабла я, поднять бабла я, хочу бабла я. Самый богатый герой в истории секретного миллионера начинает свое путешествие. Игорь Рыбаков дует кобылу. Но помогут ли рейтинги Forbes противостоять суровой реальности? Вспоминаю это, и у меня уж вот ком в горле, то есть я... Наш герой приземлился в Чебоксарах, в 90 километрах от Ёж-Каралы. Денег на такси у секретного миллиардера нет. Сколько? 1430. Так, а если в складчину? Мне какая разница. Я хотел уехать как бы так на халяву сперва. Потом понял, что на халяву вообще там что-то не катит. Тогда предприниматель решил ровно на 1000 рублей сыграть на гитаре и спеть, например, для туристов. I sing song for you. You pay me 1000 and I buy a taxi. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Why? The car is coming. Very beautiful. Но машина секретного миллионера из Ноткаминг. Туристы из Колумбии послушали только на одно рукопожатие. И именно его Игорь начал предлагать таксистам. Ёж-Карала едешь? А? Наконец, после 3 часов неудачных переговоров, нашелся то ли просто отзывчивый человек, то ли катастрофически неопытный таксист, готовый бесплатно отвезти Рыбакова в Ёж-Каралу. Оказалось, что в городском Кремле сегодня проходит праздничный концерт. Встречайте. Приходишь в центр города, и такое ощущение, что ты просто в каком-то Диснейленде. Какие-то башенки, тут мостики там. Это чрезвычайно мило и реально вкусно. Отмечали в городе День молодежи. Каждый желающий мог выйти на сцену и продемонстрировать свои таланты. Запрятавшись в густые берега, текла неторопливая речушка. Кок шага. Да, что по-русски? 2 шага. Сцена была открыта для всех желающих. Игорь Моряк решил воспользоваться случаем произвести на ёж-каролинцев приятное первое впечатление. Так, может, так. Вам как-то подержу. Да. Ну что, поехали? Хочу бабла я, поднять бабла я, хочу бабла я. Сам создал вокруг себя все, что так давно хотел. Денег стало. Вот такой вот бизнесмен. Хочу бабла я, поднять бабла я, хочу бабла я, поднять бабла я, хочу бабла я, поднять бабла я. У меня нет денег. Мне надо заработать, найти ночлег. Поэтому, если, ребята, у кого-то есть огород вскопать или на гитаре сыграть. Когда я сказал эту речь, мне показалось, что я ее сказал как-то так вкусно. Я думал, вот произойдет какой-то вот эффект. Я вот прям вот хотел, я рассказывал свою историю. Подходите ко мне, я сделаю, зажгем. Мне нужен сегодня ночлег и что-нибудь покушать. Подходите, пожалуйста, а вас с праздником. Я здесь жду. Но ничего не произошло. Хрена ничего. Исследование ёж-каролинского рынка потребителей принесло радостную новость. Самый большой спрос у жителей, а точнее у жительниц города, именно на морячков. Ну, морячок-то ничего. Ничего так.
Каждый бы так повезло. Первой повезло Лене. Она со своей дочкой Кристиной торговала медом и как-то сразу вошла в тяжелое положение пенсионера-подводника. Я увидел, что она прям вот она уже была готова уже что-то сделать, вот, как-то поддержать меня. Можем деньгами помочь, можем продуктами. Давайте я буду торговать. Давайте, продадите баночку меда. Хорошо. Капитализация моих компаний – 1,5 миллиарда долларов. Основной мой бизнес-актив – это компания «Технониколь». Здесь мы выпускаем кровельные и гидроизоляционные мембраны. Медок, налетай! Все сюда! Лена меня учила мед продавать. Ты что там, зазываешь клиентов, даешь им пробовать всем с одной банки, с другой, значит, и все. Девчата, налетай, медочек, ну! Собственно, пока мы там про этот мед кричали, мы друг о друге больше просто узнавали. Продали, я не помню, сколько, 2-3 банки. Я вам тоже зарплату должна дать, правильно? Нет, не, вы сегодня, ну, давайте там это, за ночлег, за ужин там. За... Ну, так будет справедливо. Ну, давайте так, все равно мало или как? Чему? Есть у меня сегодня, я даю, завтра нету, скажу извини. Ну, я помогал же здесь? Конечно. Я уже понял, что бабки, короче, есть. Плюс еще сейчас нарисовался ужин и ночлег. Вдруг нашего героя и секретного миллионера заметила продавщица сувениров Оксана и потянулась к прилавку с медом так, словно ей там было намазано морячком. Значит, Оксана сувенир, видя, значит, как я воркую там Леной тёлкой, такая подошла, говорит, морячок, а я вот тут борщик принесла и дает мне банку, значит, этого. Борща, говорит, я настаиваю, чтобы, значит, вот, попробовали мой борщ. Но Оксана сувенир такая могучая женщина, да? Трудно мне было ей отказать. Я говорю, пойдемте. Мы здесь поедим. Я здесь поем. Мне можно. Я местная. Чувствуется, кто хозяйка тут. Я не хозяйка, а продавец сувениров. Да я сама варила. Да. Давай лопай, не стесняйся, там мясо есть. Ну, я чувствовал прям активное, настойчивое желание, так сказать, заманить меня в ласковые сети, постой, не зови. Всю работу никто не предлагает? Нет, сегодня вот Лена там. Медом поторговать? Все, я торговал медом. Ну, она баба одинокая, там никто ругаться не будет, так что это приятно. Я этот борщик, значит, выхлебал. Я говорю, спасибо. Там записал ее телефончик, говорю, если мне потребуется помощь и ночлег. Она говорит, устроим. И подморгнула. Я говорю, понял. Запасной вариант, если что, есть, но я им воспользуюсь как пакетом экстренной, так сказать, помощи. Несмотря на активные намеки Оксаны сувенир, Игорь Морячок в итоге решил переночевать у Лены. Там безопаснее, подумал он. И даже купил на ужин продукты. Лена, я все купил. Курица. Зачем потратили деньги? Дома все есть. Лена живет в поселке Руэм. Это такой пригородный поселок Йошкар-Олы. Йошкар-Олинская дыра. Если не тягостно, рассказывайте. Почему уехали? Развелись с мужем и уехали. И у меня такое сложилось вот это ощущение, что вот Лена с Кристиной прошли через какую-то очень большую боль. И вот прошли в некое состояние, в котором они чувствуют меня, где вот мне нужна поддержка. Мы как бы в этом моменте вместе, и нам хорошо. И мы вот вместе справляемся с трудностями. Лена действительно прошла через многое. После тяжелого развода, о котором она предпочитает не вспоминать, девушка вынуждена была сбежать вместе с дочкой из другого города и начать жизнь с чистого листа. Тогда у них не было ни сбережений, ни заработка, ни жилья. Чужие люди через знакомых встретили, пустили переночевать, не зная меня, не зная ребенка. То есть мне помогли также в этой ситуации. Если у меня есть такая возможность, значит, и я должна отблагодарить. Лена квартиру снимает. Съем квартиры стоит 6 тысяч рублей в месяц при зарплате, соответственно. Ну, 20 плюс, там сколько-то, да, ну, вот такой бюджет.
Ну, вот мечтаете, там, вот я слышал, дом, дом, вот как бы такая. А домик здесь вот, что ли? Без разницы. Вот это, без разницы. Вот просто иметь свое жилье, вот, вот самое главное. Ну, сколько придется на дом копить вот так? Ой, лет 20. Дай бог. Возможно, именно сюда Игорь вернется в конце программы и подарит все, что захочет сам. Я выяснил, что у Лены накопление 60 тысяч рублей. То есть, ну, она прям сказала, вот у меня есть накопление 60 тысяч рублей. После душевного ужина Лена начала готовить для дорогого гостя спальное место. Ну, Лена спала на раскладном диване вместе с Кристиной. Я был на надувном матрасе. Далее в программе. Вот она рыбалка! Секретный миллиардер Игорь Рыбаков пытается прогнуть российскую действительность. Никому не говоря, кто он на самом деле, Рыбаков должен выжить без всех своих денег и найти людей, которым нужна помощь. Она хочет жить, она очень хочет жить. Все врачи сказали, что она жить не будет. Но ожидал ли миллиардер увидеть такое? Вспоминаю это, и у меня уж вот ком в горле, то есть я... Я как убитый, значит, выключился, и потом, когда зазвонил будильник, я подумал, вот, что я здесь делаю. Рано утром Лена уехала по делам, но при этом не забыла о своем госте. Лена оставила мне торбочку с тушенкой, с чем там еще? Ну, с яблоки, фрукты, сливы. И самое главное, вот, льняные носочки. Носочки. Носочки возьму. Лен! О! Круто. У меня было ощущение, что Кристина подумала, что я ухажер Ленин. Потому что она как-то нарочито так, ну... Ну вот. Все. Огонь. Огонь, огонь. Накануне Лена рассказала Игорю об одной местной семье, у которой недавно сгорел дом. Люди искали добровольцев, чтобы разгрести оставшиеся после пожара завалы. Игорь отправился помогать. Ты же спрашивал там, вот, кому помогать, помощь. Я говорю, ну да, у меня по расписанию, значит, встал, зубы почистил, значит, подвиг. Тогда деньги когда будешь зарабатывать? Я говорю, ну где-то между подвигом и отдыхом. Игорь прибыл на место, где еще 2 недели назад стоял дом семьи Черепановых. Сами Черепановы, к счастью, не пострадали, но дом сгорел полностью. Вынести успели только документы и немного одежды. Ну, собственно говоря, все, что осталось от нашего недвижимого имущества, и вот наше движимое там в уголочке стоит. Сидели, буквально дым пошел из бани. Подошли соседи, пока еще пожарных не было. Потом приехали пожарные, а спасать уже было нечего, потому что все пылало так, что страшно. 2 дня был шок, я не знала, как я буду говорить об этом мужу. Потому что Андрея до этого накануне щелкнул инфаркт. И он просто лежал в больнице. Да, как сам? Все хорошо. И меня не выйдет, да, я много не разговариваю сейчас еще. Мы были на разборе и, значит, там... Разбирали, грузили эти обуглившиеся там штуки в машину, металл разгребали. Было очень много людей. Раз-два! Взяли! Раз-два! Взяли! Слава богу, все живые. Слава богу, что дома никого не было. То есть можно было вообще как бы, ну, дети могли дома быть, мы могли куда-то отлучиться. Я, конечно, знаю, что люди добрые, что их много, но когда это вот касаешься этого, когда ты сталкиваешься, и ты понимаешь, что вот с каждой, я не знаю, с каждой кофтой, которую отдали твоему ребенку, тебя вот эта боль отпускает, вот этот страх отпускает, что ты останешься один. Извините. Один на один останешься с этой бедой, и что... Ну, беда-то большая на самом деле. Даже сейчас я вспоминаю это, и у меня уж вот ком в горле, то есть я...
Ну, у меня тоже были пожары. Я разгребал пожар, я знаю, когда у меня баня сгорела, в котором чуть не погибла моя мама. То есть также там были вот эти бревна обугленные. Ты когда ее разгребаешь, ты понимаешь, что здесь, ну, могла погибнуть мама. Вот. И я понимаю, что чувствовала Оксана, когда вот мы там разбирали это здание. Первым делом я купила губки для посуды. У меня нет ни дома, нет ни посуды. Я купила губки для посуды. Это вообще... А сейчас вот назад смотришь уже, понимаешь, что это просто какие-то неадекватные немножко действия. Но, видимо, их надо было, знаешь, для внутреннего покоя сделать. Потому что у меня, как у хозяйки, должны быть губки для посуды. Так, значит, губки есть. Все, дом вырастет, да, дом вырастет. Секретный миллионер может прямо сейчас решить все проблемы, но не может нарушить правила. Только в последний день нашего эксперимента Игорь Рыбаков может вернуться к своим новым друзьям уже в своем привычном миллиардерском образе. Я даже это ни горем, ни бедой назвать не могу, потому что это, ну, тяжело будет. Поэтому это просто эта ситуация. Узор обстоятельств. Такой узор. Неизвестно, где тебе это самое Бог. Для чего Бог это дал? Жарко, я устал. И хотелось отмыться от этой сажи. И тут узор обстоятельств. Ну что, купаться, поехали. На чем, на тракторе, что ли? На тракторе, конечно. Вот, йоу, погнали. Вообще у меня детская мечта была. Трактористом. Все сбывается, только... Много лет спустя. Нормально. Так, ребят, давай сейчас линию строим и кролем пошли туда на скорость. Он меньше всех работал. Коллекционер в состоянии пищал от радости. Лепота! То есть у нас с каждым годом расслоение между бедными и богатыми все больше и больше. И цены растут. Почему они растут? Как говорил герой одного фильма, за державу обидно. Ну а у нас же есть вариант на своем месте все сделать как... Реально. Да? Боюсь, что нет. Фантастический разговор, потому что это вот... Значит, едут такие мужики, значит, там, на тракторе. У нас еще живо осознание вот этого советского прошлого, что государство мне должно, короче. Да нет, и все ждут, сидят. Да, да так и есть. Если бы его новые друзья только знали, что разговаривают с миллиардером, говорили бы о другом. Поразительно сознательные люди из трактора упомянули одного местного предпринимателя. Они описали этого человека как кого-то, кто многое делает для улучшения жизни в Йошкар-Оле. И Игорь сразу захотел познакомиться с ним. Я очень, ну, как бы вдохновлен, что столько людей пришли поддержать. У нас деньги были. Не? Много. Если я продержусь в Йошкар-Оле 3 дня, мы сделаем так, что еще все улучшится. Дай бог. Давайте, все. Спасибо. Добрый путь. Совершив свой первый подвиг, наш герой отправился на знакомство с предпринимателем Юрием Усковым, о котором так приятно отзывались местные жители. Игорь надеялся, что в образе моряка ему удастся остаться неопознанным даже в высшем обществе Йошкар-Олы. Один из добровольцев согласился подвести Игоря. Осталось только высушить мокрое после купания белье. Итак, Рыбаков фонд – это место, где собрались заговорщики, чтобы устроить мировую инновацию. В Америке есть Рокфеллер, Ротшильд, в России будет Рыбаков. Точка. И они так надулись, раздулись, так, да, и в принципе 2-3 минуты, и они были уже сухие. Это лайфхак, ну, очень крутой, крутанский, потому что я так быстро ни разу не сошел трусы. Но будет ли у нас в стране порядок, пока мы не перестанем высовывать из окон машин собственные трусы? Наконец, Игорь добрался до дома Ускова в 50 километрах от города. Я прям предвкушал, сейчас вот
с Юрой, как морячок там, что Оксана сувенир, как говорится, мне не придется доставать этот запасной пакет. Здрасте. Так, знаю этого молодого человека. По-моему, его зовут Рыбаков. Да ладно, ты что-то че? Там. У нас легенда, этот Игорь Моряк. К сожалению, Юрий Усков понимал, как работают бритвы, лица и бороды. При встрече он сразу рассекретил Игоря Рыбакова. Что за хрень, блин? Там такое узорище, такое... Да, это... Ни узора, ни хрена вообще. Я Игоря узнал. Первый раз я его видел. Была конференция EdCrunch, что ли. Он там был спонсор. Я там тоже был спонсор. По правилам проекта, если героя рассекретили, он не может больше взаимодействовать с узнавшими его людьми. Сложность ситуации заключалась в том, что о реальной личности Игоря узнал и Федор, который привез нашего героя к местному миллионеру. Теперь, чтобы вернуться в Йошкар-Олу, Игорю необходимо было каким-то образом преодолеть дистанцию в 50 километров. Ну я расстроился, я хотел его обратно отвезти. Сейчас он как пойдет обратно? Куда? Ему сейчас надо с кем-то с местными договариваться или пешком, а пешком почти 50 километров. Далее в программе. И всегда спокойно, и всегда тепло, где добро в глазах, это мамин дом. Секретный миллиардер Игорь Рыбаков выживает в Йошкар-Оле. Кто-то мне даже сказал, что в этой майке ты бы в Йошкар-Оле далеко бы не прошел. Без своих денег и связей, никому не говоря, кто он на самом деле, ему нужно найти людей, которым нужна помощь. Малыши говорили: Игорь, когда ты нас отсюда заберешь? Но хватит ли у богатейшего человека сил хотя бы просто дойти до конца? Игорь Рыбаков дует кобылу. Ну я расстроился, я хотел его обратно отвезти. Сейчас он как пойдет обратно? Куда? Ему сейчас надо с кем-то с местными договариваться. Или пешком. А пешком почти 50 километров. Это была ложка перца чилийского. 50 километров от Йошкар-Олы в каких-то чему тараканях, там, ягодки какой-то. Я тут в газоне у тебя полежу немножко. Нельзя, Юр, нельзя. Вышел хакер, говорит, надо хакнуть эту всю хрень. Что за хрень, непонятно, надо ее хакнуть, короче. И все. И у него была задача сейчас вот перевернуть ситуацию, да, ее узор заново как бы заплести. То, что узор развалился вообще полностью. И нарисовался, намаячился Оксана сувенир. Рыбаков вспомнил, что днем ранее, на празднике молодежи, он обменялся контактами с волонтером Настей. Настя сразу пригласила Игоря к себе домой. А, ну так я сейчас вот собираюсь выехать, жду тут, кто поедет в город. Ну, то есть, кому на хвост. Да. Города возьмете, здрасте. Пожалуйста. Отлично, спасибо. Еще одна поездка, еще одно рукопожатие, и Игорь это уже на месте. Давайте посмотрим, давайте. Как вы тут устроили, показывайте. Кажется, очень вдохновенно тут. Ну, здесь красиво. Так. Мы как раз попадем под закат. На реку. Так что будет. Вообще круто. Настин жених, он рыбак заядлый. Я говорю: Настя, а что, может, мы на рыбалку? Он говорит: так хороший закат. Я, кстати, очень удивился, что в этом месте Волга. Я понял, что у меня тоже географический кретинизм. Я догадывался об этом раньше, но... Волга? Под Йошкар-Олой. И у меня вспомнилась, кстати, вот эта песня «Издалека долго течет река Волга». Я думаю, блин, какая же гигантская река Волга. Не везет сегодня нам. Но ничего, повезет в любви. Ну, мне очень понравился наш выезд, потому что это был чертовский закат, просто фантастический. Сразу вспоминается, наверное, детство, потому что в детстве я там несколько раз ездил на такой лодке в деревне. Я в Казанке там рассекаю. Вот она, рыбалка!
Сегодня был день коллекционера, состояния и Лаки. У нас ведь на завтра планов как таковых нет еще. Что, вот сейчас мы сядем планировать. У меня есть предложение. Вы к детишкам как относитесь? К детишкам я отношусь самым непосредственным образом. У нас просто есть реабилитационный центр. Ага. Я несовершеннолетний. Журавушка называется. Вот, давайте, вот, отлично. Нам нужна помощь. В принципе, они тут же находятся в Звениговском районе, поэтому мы можем... Журавушка? Да. А, то ну есть мы можем как раз по пути там у Таира. Супер. В отличие от наших предыдущих героев, Игорь тратит время только на помощь другим и практически не пытается зарабатывать. Почему? Да не надо ничего зарабатывать. И там кому-то здесь помог, где-то советом, где-то там опытом рассказал, где-то физически кому-то помог, да? Тебя там накормили, ночлег дали. А кто-то просто хочет с тобой время провести с интересным человеком. Я же интересный человек. Просто фантастически интересно. Особенно, когда эти трое там начинают, значит... Вот и третий день наш герой решил начать с подвига. Проснувшись, он отправился в центр «Журавушка», о котором накануне рассказывала Настя. Центр занимается реабилитацией детей, попавших либо в трудную жизненную ситуацию, либо находящихся в социально опасном положении. Перед тем, как допустить Игоря к детям, заместитель директора Ольга рассказала об основной миссии центра. Что вы умеете? Я все умею. Все умеете, очень хорошо. Мы, как называем своих детей, дети, раненые в душу. Вот. Вот, и если дети вернут доверие к миру, к взрослому миру, вот это будет очень вернуть хорошо. Вернуть доверие и пойти дальше строить свой мир. Работы много, начиная от физической, заканчивая любой другой работой. Да. Пообщаться, поиграть на гитаре, почитать книжки. Вот. В Йошкар-Оле может не быть денег, самолетов и мужчин, но чего здесь по-настоящему много, так это праздников. Сегодня, например, в Журавушке отмечали День моряка. Очень кстати. Привет всем! Сегодня День моряка, знаете? А меня знаете, как зовут? Нет. Игорь Моряк. У нас нехватка мужчин в коллективе, в нашем педагогическом одни женщины, поэтому любому мужчине мы рады, тем более человек плавает, на гитаре играет, игры знает. Дети очень таким людям тянутся. Давай. Туш, туш. Давай, знаешь? Давай, давай. Туш, 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 туш. О, нормально, давай. Йо. Ну, совершенно разные там истории. Кого-то били в семье. Есть там ребята, о которых мне говорили, что они попрошайничали. Ты такой ласковый. Да. Да, да, да. Я уже била спасибо. Да, ты уже большой. Ну, конечно, видно, что им там ребятишкам не хватает тепла. Чего-то нет, короче, живого нет. Мы познакомились. Здорово. Я так рад. А если бы меня сегодня забрали, то я бы... Привет. Заберу. Малыши говорили, Игорь, Игорь Моряк, когда ты нас отсюда заберешь? Сделай краба. Краб, краба вот так сделай. Во, вот встать. Во, видишь, почти встала сама. Два мальчика, два брата, да, Долер и Тимур. Трудная очень ситуация у них. Над детьми издевались, избивали. Долера имеются на голове шрамы. Про маму они не любят вспоминать. Для них, видимо, эта тема очень больная. Ну, в общем, ты, я думаю, ты за 2-3 урока научишься. А я так. На гитаре поиграл, песни попел, даже вот просто поговорил. Это и то для наших детей очень важно. Я думаю, что они меня еще как минимум месяц будут спрашивать, когда приедет дядя Игорь Моряк. Это как минимум. Давно не виделись, я как всегда по делам с утра не приезжал. Давно знаю, мам, как ты там, уже весна, уже растаяли все снега. Я помню наизусть, я маршрут, приезжаю на тебя. Помнишь, мама, те самые теплые дни, когда горели огни, весь мир был для нас один. Помнишь, мама, делали все, что могли, все, что любили, жили и принимали, не было крепче родни. Помнишь, мама, я выложил этот путь не один, ты помогала мне, для тебя я и был этот огромный мир. Приеду для тебя, дорога с катертью постелена, ты для меня родная, целая вселенная. Давай мы вместе сядем и просто помолчим, ты знаешь. Знаешь, все про меня, ведь я мой сын. Ты подарила жизнь, открыла дверцу. Радости и счастье к моему сердцу. Замечательная песня. Песню я написал про маму, имея в виду вот моих родителей, конечно.
Я решил исполнить эту песню «Журавушки», потому что здесь было очень много детей, у которых нет мамы или скоро не будет мамы, потому что там есть, ну, такие дети, которые думают, что у них есть родители, а у них их уже нет. Ну что, программа выполнена? Поиграли. В город. Далее в программе. Секретный миллиардер Игорь Рыбаков под маской нищего путешествует по Ёж-Короле. И всегда спокойно, и всегда тепло, где добро в глазах, это мамин дом. Он должен скрыть свою долларовую личность и найти людей, которым нужна помощь. Она хочет жить, она очень хочет жить. Все врачи сказали, что она жить не будет. Но сможет ли человек, построивший бизнес-империю, хотя бы не остаться без ночлега? Поработав с детьми, Рыбаков продолжил искать новые подвиги. Ольга рассказала секретному миллиардеру о женщине, которой тоже нужна была помощь. Отремонтировать сломанный шкаф. Идем чинить шкаф к матери-одиночке. Я понял, зачем она мне дала номер. Она говорит, вы можете у нее и переночевать. Я говорю, хорошо, сейчас починим шкаф. Заходите, пожалуйста. Здрасте. Еще и с гитарой? Да, что, сейчас играть будем. Такая импозантная женщина. Я думал, что она придумала тему ремонта шкафа, как зазвать к себе Игоря-моряка. У нас тут вот ящик отвалился. И вот из этого мне нужно освободить, но я его сейчас уже не достала, пока не успела. Я думал, там что-то надо прикрутить просто, а там... Игорь, а ничего, если вы будете в цветочках? Да я всю жизнь мечтал только в цветочках. Конечно. Да? Подозрительной направленности я стал выглядеть там. Да. Кто-то мне даже сказал, что в этой майке ты бы в Ёж-Короле далеко бы не прошел. Как чинить мебель? Это целое мастерство. Вытащить, говорит, вытащили. Всовывать не научились. Бог сборки мебели, помоги нам. Давай. Когда всю жизнь ломаешь стереотипы, сложно вот так сразу перенастроиться и починить шкаф. Следующие 3 часа жизни венчурного инвестора прошли безрезультатно. Мама, давай уже помогай, что ли? Ну, ты видишь, что я помогаю, дядя Игорь. Что поможешь, да? Да. Я все это прикрутил, сунул, она не заходит. Знаете что? Давайте мы оставим этот ящик. Это так интересно. Ну, интересно-то интересно. Я просто не хочу, чтобы вы расстраивались. Это был вызов. И вот такого вызова, короче, я еще не видел. Полная победа шкафа. Я подумал, да, я так хотел 2 подвига за день. Ну, получился только 1. Я подумал, ну, в принципе, 1-то был. А что же, вы не женаты? Я? Да. Женатый. И жена вас отпустила так? Конечно. Не, ну, конечно, надо доверять. А я вот всегда хотела, чтобы у меня был такой мужчина, которому я могла бы родить много детей. Так вот сколько, да. Сколько их ходит? Да, много, наверное, ходит, да. Угу. Верю, что мне такой встретится. Они тоже ищут женщину такой, как вы. Ну, я вот, знаете, не всем подхожу. Катя одна воспитывает 2 дочерей. Муж ушел от нее, когда узнал, что младшая девочка Калиста родилась с редким генетическим заболеванием. Нужно было просто сразу взять и уйти. Мне самой. А не ждать, пока меня вот так возьмут и оскорбят. Сказав, что от него такого красавца, спортсмена, не могут родиться такие больные дети. Заболевание Калисты называется буллезный эпидермолиз. Кожа девочки настолько хрупкая и чувствительная, что ее очень легко ранить. Болезнь Калисты неизлечима. Можно лишь облегчить страдания малышки тщательным уходом. Впервые через 2 недели после ее рождения
взяла ее на руки, я содрала ей кожу на животике. Просто обычным касанием. Я очень боялась к ней подойти и хоть и молила Боженьку о том, чтобы у нее все было хорошо, но в тайне, в глубине души я больно, наверное, об этом вспоминать. Просила, чтобы Боженька ее быстрее к себе забрал, пока я ее не люблю. Раньше было очень тяжело, она всегда говорила: «Как же, мама, за что меня так, что у меня так такой ребенок родился? Ведь я не такая плохая». Я говорю: «Пройдет это все, это, вот ты увидишь, радоваться будешь». Приходилось это делать очень часто, успокаивать ее, и она, правда, успокоилась, а потом говорит: «Мама, как, какое же счастье, что она у нас выжила и что она у нас есть». Мама с папой, они на пенсии. Папа у меня инвалид третьей группы, Калистина на пенсии. Ну и вот мой заработок небольшой, но есть. 1012-15 у меня бывает. Шью и вяжу на заказ, кто что захочет. У меня бабуля рукодельница была, передала мне это, мне этот дар. Нет, это знание, наверное, да. А потом я просто очень это любила и стала, естественно, развивать. И, естественно, я поступила в училище, чтобы обучиться закройному делу. Как жить-то? Потому что одни медикаменты на перевязке 50 тысяч. Бабушка Таня рассказала, что она мази, которыми они обрабатывают количество, она варит сама. В своем привычном образе секретный миллиардер может решить все проблемы целого города, но только в последний день эксперимента. Мы обязательно этого дождемся. Такие же забинтованные ручки, как у нее, и ну, мне сложно это комментировать, потому что чтобы у меня две девочки и два мальчика были, когда я вырасту. Ее мечта, чтобы у нее были два мальчика и две девочки. Не куклы, ничего-то там такое. А именно вот она хочет жить, она очень хочет жить. Все врачи сказали, что она жить не будет. А она вместе с мамой, с бабушкой, с дедушкой борется, и у них получается. И всегда спокойно, и всегда тепло, где добро в глазах, это мамин дом. Где нет печали, нет злых языков, где только яркий свет и в глазах любовь. Где всегда спокойно и всегда тепло, где добро в глазах, это мамин дом, где нет печали, нет злых языков, где только яркий свет и в глазах любовь. Игорь Морячок шкаф не отремонтировал, но немного радости в дом Кати принес. А это тоже своего рода подвиг. Проснулись мы в 9 утра, стол ломился от каких-то явств. Куда я сейчас поеду? Там, неужели Оксане сувенир звонить? Думаю, говорю, ну, я не очень хотел распечатывать этот пакет, да? Думаю, ну, наверное, придется. Думаю, черт. И тут Лена, привет. Вот сидим тут с Катей, завтракаем. Да. Лена пчелка присылает, говорит, вот Рудольф, там конная ферма, что-то. Я говорю, Лена, про себя думаю, блин, если бы не ты, то Оксана сувенир бы пришла. Здрасте, меня Игорь зовут. Я работу клерком вам не дам. Конторская работа. Конечно, конечно. Знаете, что такое кумыс? Нет. Кумысная ферма — это у нас ферма, которая доит кобыл. Вот это вот уже многообещающе звучит. Игорь Рыбаков доит кобыл. Натуральный кумыс делает. Ага, понятно. Из натурального кобыля молока. Будете хорошо работать, найдем вам где переночевать. Отлично. Вот это уже договорились. Будете плохо работать, выгоним сразу. Я так понял, что он вообще типа не намеревался мне зарплату какую-то платить. Лена продала меня в такое рабство. Типа, приедет какой-то морячок там, значит вот ему надо помочь, ну, работу дать там. Будет работать за еду или за что-то.
Рудольф, а если лошадям песню спеть, они лучше даются? Нет, хуже. Я вам только что говорил о том, что они боятся. Это Игорь. Да, здрасте. Евгения Дмитриевна, управляющая. Отлично. Воробей. Самость, хакер, лакимен, коллекционер состояний, Игорь Моряк. И новинка. Дойер-кобыл Игорь Иванович Воробей. Аля, вот помощник тебе. Зовут Игорь. Здрасте. Хорошо. Это Аля. Аля. Наша доярка. Смотри, какие красивые. Тяжеловозы, да? Ну да. Их тоже доешь? Вот, дуй мне. Ай-ё, как страшно. Почему? Или они спокойны? Они спокойны. Кобылы оказались не просто спокойными, они оказались нежными. Те кобылы мои. Ты метелку еще поставили, да? В очередь. Я один, а вас много. Чего? Стойка, все готовы к дойке. Значит, кумыс – это кефир из молока кобылы. Что такое молоко кобылы? Это молоко из кобылы. Так же, как из коровы, только из кобылы. Страшно. Первый раз всегда страшно. Да ничего страшного. О, как хорошо. Очень хорошо получается, между прочим. Да? Да. Это что, мы только что надоели? Молоко, да. Свежее молоко вы сами подоили. Попробуйте. Сразу видно, у него хорошо получается. Руки сразу уже как-то идет хорошо. Хороший, очень хороший мужик. За полную дневную смену Игорь надоил себе на ночлег и на конную прогулку. А я думаю, что он не едет? Кстати, что с моими яйцами будет? Ну, это уж я не знаю. Мы такие... Тихо! Вот ради этой проходки стоило туда припереться. Нашего участника ждет последний, самый ответственный день. Он снова проснется миллиардером. Рыбаков долго не мог уснуть. Пока разные, наполняющие его личности, изгоняли Игоря-моряка и решали, с кем именно им важнее всего встретиться завтра. Далее в программе. Самая торжественная часть эксперимента. В общем, у меня глаза до сих пор мокрые. Как меня там колбасило, штырило. Мультимиллиардер Игорь Рыбаков вернется к тем, кто помог ему выжить и изменит их жизнь. Я хотел вам признаться, никакой я не Игорь Моряк. Я Игорь Рыбаков, миллиардер. Мои аватары долго спорили и в результате договорились. И определили, к кому мы сегодня поедем. Я еду для того, чтобы помочь реализовать этому человеку свою мечту. Я уверен, что реализация этой мечты принесет в мир очень мощного человека, который будет творить социальное творчество в особо крупных размерах. Продюсеры нашего проекта заранее назначили встречи с местными героями с просьбой записать интервью для программы «Автостопом по России». Рыбаков в своем истинном обличье появляется без всякого предупреждения. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам признаться, никакой я не Игорь Моряк. Я Игорь Рыбаков, миллиардер. Смешно. Че это? Ну, я вернулся, чтобы дать вам подарки. Кариста, я узнал твою мечту, чтобы у тебя были детишки. Я приготовил тебе эту коляску. Ой. Спасибо. Ну, еще я хочу дать тебе вот этот вот грант, 1 000 000 рублей на открытие своего дела, чтобы ты стала автономной. Ой, слушайте, такое вообще возможно? Автономный, сильный. Что вы мне? Мама,
Ты мощная, сильная женщина, красивая. У тебя есть мечта, и теперь ты ее, конечно, реализуешь. Ну, я вообще, Игорь, просто не могу. Дай я тебя обниму. Ох, как я вам благодарна. Как медведь из мультика. Пока. Всего вам доброго. Давайте. В общем, у меня глаза до сих пор мокрые. Как меня там колбасило, штырило. Я хочу открыть швейную мастерскую. В моей швейной мастерской будут создаваться вещи, которые не создавались ни в каких других ателье. Вот я о чем мечтала всегда. У многих, кто смотрит нас, да, возникнет ощущение, что, наверное, лучшей стратегией было дать какой-то грант, привязочный материал для Калисты. Но мой выбор всегда сделать так, чтобы Катя обрела ту самую автономность, вот, опору, с опорой на собственные силы. И через реализацию этой автономности она все сама сможет решить. Галечка, миленькая, как это воспринять дальше, я не знаю. Как это маленькая моя, как это моя маленькая. Мы едем сейчас к человеку, который фактически с полуслова первый поддержал меня. И буквально потом каждую минуту меня сопровождал. Я уже был заволновался, потому что думаю, так, одинокая женщина, вот, наверное, хочет меня заманить в ласковые сети. Вместо того, чтобы назначить встречу с Леной в ее съемной квартире, мы попросили их с дочкой прийти на интервью по незнакомому для них адресу. Я не знаю. Кристина, я пришел, чтобы сказать вам, что я на самом деле не тот, за кого себя выдавал. Я не Игорь. Кто вы? Я Игорь Рыбаков, миллиардер. Не может быть. Я слышал о твоей мечте, о доме, что ты там 20 лет собралась как копить. Да, со своей зарплатой. А сколько ты уже накопил? 70 тысяч. Вот я решил вернуться и подарить тебе квартиру. Ты помогла мне, ты поддержала меня. Держи эти ключи. И вы будете с Кристиной теперь. Я тебе обещала, что у нас все будет хорошо. Только просто верь в добро и дари людям добро. Я тебе говорила такое. Это сейчас ее, в общем-то, основная мечта. А я захотел так осуществить эту мечту, чтобы у Лены открылся новый портал, то есть новая мечта. Когда приехали сюда, у нас были такие случаи, когда нас просто риэлторы кидали, и мы оставались без денег, без квартиры. Очень тяжело, когда в последний момент ты остаешься на улице с ребенком. Вот где мне ночью оставаться, ночевать? В коробке, что ли, на улице? И никогда не верила, что возможно такое событие произойдет с нами, что у нас свой уголочек появится, и настолько шикарный. Кристина, я почувствовал, что она как бы ощущает, что ее мама этого заслуживает. Очень большая между ними связь чувствуется. Причем такая открытая. Это очень клево. Это твои. И мое. Это наше. 50 на 50? Да. Пока Лена и ее дочь решают, на чьей половине квартиры расположена ванная комната, Игорь уже спешит на новую встречу. Ох, ты красавчик! Здравствуйте. Я пришел, чтобы сказать, что я на самом деле не тот, за кого себя выдавал. Обманщик? Никакой я не Игорь Моряк, я Рыбаков Игорь, миллиардер. Брехня. Так не бывает. Я видел, как было тяжело потерять этот дом. Я хочу подарить вам грант на 2 миллиона рублей.
чтобы вы построили здесь дом. Держите. Неожиданно. Очень неожиданно. Еще раз. То есть более они, то есть они реальные. Это грант на постройку дома Технониколь без всякого хозспособа по правильному проекту, где никогда не будет замыкания. Да, это может быть... Слушай, он большой. Да. И выпускала из себя вот эти эмоции. Она прям вот говорит, что это? И только там потом прорвало этот вот. Просто, ну, она очень сильная. Она очень мощная. Все же хорошо? Уже, да. Будет еще лучше. Господи, прости. Я люблю тебя. Рыбаков запланировал на сегодня еще одну, последнюю, но очень важную встречу. Здравствуйте. Вы сегодня не моряк? Это кто? Здравствуйте, ребята. Я пришел. Какой я не Игорь Моряк? А как же вы? Я Игорь Рыбаков, миллиардер. Не служили, то есть? Я в шоке. Я был у вас. Я видел, что вы очень хотели играть на гитарах, хотели очень кружок. Мы пели с вами песни. Я прошу вынести сюда гитары. Ансамбль. И вот вам сертификат на создание здесь кружка. Кружка для обучения игры на гитаре. И это вот, ну, грант 120 тысяч на то, что вы оформили как следует этот кружок и пригласили самого-самого фантастического тренера, да, для того, чтобы он занимался с ребятами. И... Не снимайте пока. Оля, я приехал. Я видел, насколько вы вдохновенны, насколько вам нравится то, что вы делаете, какой вихрь вы закрутили. Я решил создать для вас целевой капитал на 3 миллиона рублей. Давно не виделись, я как всегда по делам с утра не приезжал. Давно знаю, мам, как ты там уже не таяли все снега. Это помню наизусть маршрут, выезжаю до тебя. Помнишь, мама, те самые теплые дни. Мальчик, когда выходили, он такой говорит, а я расстроился, что ты не моряк, не Игорь Моряк. А, даже заплакал. Я говорю, ну так и в каком образе мне в следующий раз-то приезжать? Как Игорь Моряк или как там, Игорь там, бизнесмен или миллиардер? Они говорят, Игорь Моряк. Так что если тут на подъезде в следующий раз еду, так надо мне тельняху, так сказать, берцы, так сказать. Туристы из Колумбии не дослушали песню и остались ни с чем, а дети дослушали и получили 3 миллиона. Рыбаков уже поехал было в аэропорт, но вдруг понял, что еще кое-что может сделать для женщин Йошкар-Олы. В последнюю минуту Игорь собрал всех женщин, с которыми познакомился за эти несколько дней. Ну, то есть почти всех. Игорь решил, что вместе эти удивительно стойкие женщины способны создать специальное сообщество для помощи другим йошкар-олинкам в сложных жизненных ситуациях.
А чтобы облегчить административную часть работы сообщества, Игорь пригласил опытного предпринимателя Юрия Ускова на роль наставника. Наш проект будет с интересом следить за развитием этой новой благотворительной организации. И через год мы обязательно расскажем, каких результатов им удастся добиться в Йошкар-Оле.